Пару. Сделаем объявление. Помолимся за нужды наши и за предстоящее богослужение. Предадим благодати друг друга и пойдем домой. У нас есть хороший братик, брат Владислав Фарик. Пожалуйста, Владислав, мы тебя приглашаем. Наш Владислав. В наш город приехала его обрученная невеста Татьяна Котик. У нас еще котиков не было. Татьяна, Татьяна, мы тебя приглашаем, пожалуйста. Татьяна Котик. Татьяна с другого штата. Там было совершено обручение над ними. И уже в церкви нашей они представлены обрученными женихом и невестой. Вы благословляете, братья и сестры, обручение Владислава и Татьяны. А может быть, кто-то против? Нет, Владислав и Татьяна, Бог да благословит вас. Мы вас поздравляем с вашим обручением и в церкви объявляем вас как жениха и невесту. Вы не муж и жена, а только обрученные жених и невеста. Бог да благословит вашу любовь, ваши добрые желания и поможет вам во всех ваших нуждах. Уезжая оттуда, Татьяна отпросилась из членов церкви, и ее желание уже до дня бракосочетания быть членом поместной церкви. Принимаем Татьяну? Причин, чтобы не принять, нету. Принимаем. Татьяна, мы за тебя помолимся, и отныне ты будешь членом поместной церкви Слави Кришчин Центр. Итак, братья и сестры, идем на молитву. Встанем пред Господом и помолимся за эту обрученную пару. Милосердный Боже,